Всего о моей матери и сыновьях. Моя мать, как бы я отсутствую, она прибыла в ваши земли издалека. Она пришла в поисках священного древа и его фрукта. Фрукт чакры с этого священного древа, который ты уже видел во время войны. Гагреса получила фрукт и поглотила его силу, а затем поглотила их. А откуда она пришла? Помоги мне тебя, сильна, как никто другой. Кто-то звал ее богиней, а кто-то демоном, и все поклонялись и боялись ее. Позже Кагуя родила двух сыновей. Я был одним из них. Мы, чтобы искупить преступление матери, сразились с десятиглавным воплощением священного древа и запечатали его внутрь, что я назвал Индрой, а младшего Ашвой. Я обучил их, но между ними была огромная разница. Один унаследовал мои огромные запасы чакры, а другой